Здравствуйте! У нас наконец-то появилась возможность в игре Dyson Sphere Program хоть чуть-чуть автоматизировать нашу рутину. Для этого придется поставить небольшой мод. Мод ставится с мод-портала. Вначале заходим вот по этой ссылке, ссылка будет в описании. Далее нажимаем вот на эту буковку R, это, собственно, сам мод-менеджер. Вас переведет на страницу, делайте manual download, скачивайте вручную, скачаете в итоге архив, можете в него зайти. R2 Modman DSP Setup 3.1.1. Устанавливайте данный архив. После установки он у вас сам запустится, скорее всего. Здесь выбираете Select профиль, у вас появится примерно вот такое окно. Ну, без install, соответственно. Нажимаете онлайн, и вам нужно будет установить вначале фреймворк для того, чтобы у вас моды работали. Вот этот BIP-INX. Его нажимаете, выбираете здесь, нажимаете download, устанавливаете с зависимостями. И далее вам нужен сам мод, который позволит вам делать некие блюпринты, копировать вместе с манипуляторами. Copy Inserters называется, вот находите его в списке, нажимаете точно так же Download, Download с зависимостями. Все, у вас, в принципе, на этом все готово. Если какие-то еще моды нужны, можете тоже отсюда подскачивать, это, в принципе, тут дело ваше. Далее, нажимаем кнопку Start Modded, и у вас игра запустится вместе с модами. Теперь, зайдя в игру, вы сможете копировать настройки ваших сборочных автоматов или печей для переплавки вместе с манипуляторами. Сейчас я соберу небольшой полигон, и мы вместе с вами удостоверимся, что это все хорошо работает. Мне нужно выставить просто копию вот этого сборочного цеха. Сейчас его построю и вернусь. Итак, у нас подготовлена некая заготовка, где у нас уже расставлены ленты. И теперь мы просто точно так же шифтом, как у нас до этого было, берем, копируем Shift левой кнопкой мыши и устанавливаем сборочные автоматы там, где нам нужно. Теперь отменим. Как мы видим, устанавливаются не только автоматы, но и манипуляторы, которые прям к ним примыкают. И то же самое можно сделать с другими. У меня тут они сделаны со смещением, чтобы просто манипуляторы попадали. Соответственно, я просто расставляю копию. И никаких проблем в целом не возникает. Как мы можем видеть, сборочные автоматы вполне себе нормально работают и разгружаются. Абсолютно то же самое будет и с печами, и со всем остальным. То есть это очень такой удобный инструмент. Крайне рекомендую поставить, чтобы избавить себя от тысяч непонятных, мучительных минут расстановки этих манипуляторов вручную. Единственная проблема, мод может вызывать некоторые краши в некоторых случаях, поэтому внимательно за этим следите и периодически сохраняйтесь. До свидания.